На днях предновогодних ивентах или предвайповых, не суть, были интересные рейды с гранатометом. Я хочу их продемонстрировать в этом видео. Может быть, после просмотра ты тоже решишь побегать с ним, пока все не обнулили. Если, конечно, успеешь. В любом случае, штука, конечно, любопытная, но крайне непрактичная. Его средняя стоимость до начала всего этого безобразия была от 800 до миллиона. Да, боеприпасы, особенно дальние гранаты с маленьким радиусом поражения, стоили в районе 10-15 тысяч, что делало их использование более-менее оправданным. Сейчас же боеприпасы стоят от 100, а то и 300 тысяч. С другой стороны, деньги все равно сгорят, так что пофанься. Round one. Fight. Так, значит, это берем. Что у нас по боеприпасам? 100 тысяч что-то было. Нужно больше гранат и потрошек немножко. Так, это взял, пропиталечек уберем и пойдем. Обрати внимание, что в данный рейд я пошел с пропиталом, ЦМС-кой, но не взял с собой ни аптечек, ни бинтов. Как думаешь, насколько велики мои шансы на выживание в этом рейде? О, слева два человека. Блин, они меня видели, не увидели. По-моему, они сюда смотрят. Что делать? Вроде бы гранатомет спокойно бы за ними погнался. Тут сейчас что-то кругами хожу, где-то вроде стреляли. Ищу приключений. Ага, залотыш, кажется. И еще один, да? Это же разные ребята. Не смотри на меня. Кустик, спаси меня. Отстаньте. Прикольно. Да смени оружие. Врагу не сдается наш гордый варяг. Как ты меня видишь? Хочу заметить, что их как минимум трое. Может больше. Да вот, вот он! Yes. Да. Ну, может, бот сломался. Два или три попадания. Теперь у меня есть бинтик. Хотели приключений? Пожалуйста, с граником без медицины. Где вы такое увидите? Спасибо.
Ну, я, наверное, на выход за боеприпасами. Гранатомет без гранат как-то не круто. В ОБС проблем меньше со стримом, чем в Экспалите почему-то стало. Маленькой сумкой можно выйти или нельзя выйти? Нельзя выйти. Ну, оставьте себе канистр. Как канистр в такую сумку помещается, непонятно. 22 выстрела, 14 попаданий и 210 урон. Ну, тут непонятно. Что-то с автомата пострелял, что-то повзрывал. Round 2. Fight. Попах. Один есть. Угу. Если было чем. Магазин с патронами. Местный батя. У меня они работают. Опять тарков залагал. Я чуть на удивление живу. Тихонько заблизимся и будем воевать. Второй как будто выбитый. Очень медленно движется. Да, они там повоевали, эти кровяки сколько. Так, теперь бы первого найти и обоих забрать. По-моему, он меня видеть не видел, но стрелял. Убил. Блин, только я пошумел. И это проблема. Третий уровень. Чё налутали? Давайте посмотрим. Седьмой. В рейде всегда можно еду найти. Если это не послевайповые... Первые дни. Ты. Ой, ой, я не могу встать. Блин, урон настакивается, а мне выхода нет. Ждать его, чтобы перестреливаться, плохая идея. От урона не помереть. Ну, он просто, видимо, в оптику видел, что я шевелюсь. Final round. Fight. Ну, хотя как плевать? У нас кнопки есть. Ну, как бы. У кого-то есть, у кого-то нет. Блин, вот выкрутил яркость для темных помещений. Теперь, блин, слепит все. Назло тут никого, да? Могли пробежать на самом деле.
Жалко. Можно было бы троих попробовать забрать. О, я еще кого-то убил. Может быть, первой гранатой. Я троих убил, походу. Причем мне четко руки выбил и все. Ну, это, скорее всего, левый человек на взрывы пришел просто. Я видел троих, двоих убило сразу, один убежал. Шарап, привет. Давич нашел красную лап-карту и не знаю, по какой цене ей сейчас выставить прямо под конец вайпа. Можешь сориентировать меня по адекватной цене? Ну, в данном случае я бы предложил ставить не задорого, что тебя ее купили, потому что, наверное, сейчас она мало кому действительно нужна. Деньги-то народ тратит. Ну, я думаю, 30 ж тебе хватит. Да, она, наверное, бы стоила дороже, но сейчас на кое она нужна? 50, наверное, много будет, ага, вон. Снайперюгу нашел. Ой, их двое. Давайте лутайте. Стоять на оба в одном месте. Стреляли по Дениске? Кто-то. Обычно с той стороны, с которой пришел отряд, он редко оборачивается назад. Так что моя задумка обойти их и зайти сзади прям полностью сработала. Что там, 100 лап-карт, что ли, выкупал? Грустно умирать будет, но мне же нужно жетоны собрать с ребят. Теплаки заказывали, пожалуйста. А вот парень, которого они убили. Так, ГЛ-40, да. ГЛ-40, да. ГЛ-40, да. Вот тут как бы у всех что-то интересное в плане оружия. Тоже здоровенько. Три рейда подряд с гранатомета. Ну да, народ просто идет доигрывать с тем, что есть. Уровни относительно невысокие. Finish him. Куда делся? А, вон он. Оригинальный стрим занял порядка 2 часов, если интересно, он доступен по подсказке. Спасибо, что заглянул. Надеюсь, не поскупишься на обратную связь. Ну и до встречи на скорых стримах после вайпа. Как в тебя попасть? Да ну нафиг.
Выше, блин, в текстурах взрывается, ниже. Я сплэшем, возможно, его и коцало. Броня-то он как побита.